Вот такие интересные и полезные гаджеты я покажу вам в этом видео. И помните про конкурс, который будет в конце видео. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня мы посмотрим 15 полезных и крутых электротоваров с сайта AliExpress. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, так вы будете получать мои свежие выпуски, самые первые. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И по традиции, тех, кто досмотрит видео до конца, ожидает конкурс. В течение всего ролика на экране будут появляться буквы, из которых вам нужно будет составить ключевое слово для участия в конкурсе. Приятного просмотра! И начинаем мы с FM-модулятора. Автомобилист стремится обновлять любимую машину и баловать себя новыми девайсами, которые делают управление транспортом на близкие и дальние расстояния приятным времяпрепровождением. Развеселить водителя и его спутников в дороге сможет компактный трансмиттер, который станет не просто полезным устройством, но и красивым дополнением салона. Модулятор можно использовать для воспроизведения избранных треков MP3 с CD и MMS карт памяти, слушать музыку, аудиокниги, курсы иностранного языка с USB-носителей, включать радио на привычной волне FM. Ультразвуковой увлажнитель воздуха. Он уничтожит всю пыль и сделает воздух свежим. Продуктивная работа головного мозга возобновится, вы начнете чувствовать себя лучше. Этот маленький ультразвуковой увлажнитель воздуха с резервуаром в 175 мл. При работе он воспроизводит очень низкий уровень шума. Может обслужить площадь в 10 квадратных метров. Облако тумана создается из холодной водопроводной воды, поступающей в поддон из бака. Вода превращается в мелкодиспенсерную пыль за счет высокочастотных колебаний ультразвуковой мембраны. Туман перемешивается с сухим комнатным воздухом и увлажняет его. Умные зарядные устройства для автомобиля. Используют микроконтроллер MSU, чтобы управлять процессом зарядки аккумулятора. Зарядное устройство автоматически остановит зарядку, когда батарея наберет полную емкость. Есть защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от обратной полярности, если перепутали клеммы плюс-минус. Подробный индикатор заряда отображает вольтаж, силу тока. Заряжает свинцовые и гелиевые батареи. Есть процент заряда аккумулятора, что облегчает пользователям быстрое понимание текущего состояния батареи. Это устройство использует три фазы зарядки. Режим зарядки ШИМ. Контроллеры с широкоимпульсной модуляцией используют технологию, которая аналогична используемым в других современных высококачественных контроллерах заряда АБ. Когда напряжение на АБ достигает определенного значения, алгоритм ШИМ постепенно снижает ток заряда для предотвращения перегрева, вспухания или закипания аккумуляторов. Автоматический включатель освещения с инфракрасным датчиком движения. Предназначен для автоматического включения и выключения света. Работа автоматического включателя с инфракрасным датчиком движения основана на улавливании теплового излучения человека, которое находится в инфракрасном диапазоне. При приближении к включателю освещения с инфракрасным датчиком движения на расстояние 3-5 метров автоматически загорается лампа. После того, как человек выходит из комнаты, лампа продолжает гореть от 5 секунд до 5 минут, после чего выключается. Данное устройство позволит экономить электричество, так как лампочка в подъезде уже не будет работать всю ночь, а только когда проходит человек. Это и удобно, и разумная экономия. Надзеркальные светодиодные бра. Это выпавший вам шанс разнообразить обстановку необходимого вам помещения. Выделяющийся дизайн и ощутимая экономия позволит вам привести большее количество клиентов и гостей. Светильник предназначен для освещения картин, зеркал, торговых витрин и различных экспозиций. Применение данному светильнику вы найдете как у себя в квартире или коттедже, так и в офисе, кафе, музее, бутике или выставочной галерее. Цвет корпуса матовый хром. При потребляемой мощности всего в 5 Вт светильник излучает яркий праздничный свет с показателем светового потока 300 люмен. Электрическая отвертка со сменными битами, призванная заменить обычные отвертки и ускорить вашу работу. Отвертка очень проста в обращении, работать с ней смогут и женщины, и дети. Такая отвертка создана для решения несложных задач по дому. С ней отремонтировать мебель, электроинструменты и другую домашнюю технику не составит большого труда. Инструмент особенно хорошо зарекомендовал себя при операции в местах с ограниченным пространством. Особенности и возможности. Эргономичный дизайн. Для ручного затягивания предусмотрена блокировка шпинделя. Удобный переключатель направления вращения. Шуруповерт имеет скорость 200 оборотов в минуту, что более чем достаточно. Благодаря этому его очень легко использовать в строительных работах. Питание осуществляется от 4 батареек типа 2А. Шуруповерт выполнен из качественного мягкого пластика и имеет надежное сцепление.
Видеоняня с функцией ночного видения. Ваш надежный помощник по присмотру за детьми, как в помещении, так и на улице. Она дает возможность родителям заняться неотложными делами, одновременно контролируя ребенка визуально и при помощи двухсторонней аудиосвязи. Настройка видеоняни очень простая и не требует никаких обучений или навыков. Достаточно включить в сеть камеру и монитор, что не займет больше одной минуты. Благодаря инфракрасной подсветке вы можете вести видеонаблюдение за ребенком даже в полной темноте, видимостью до 5 метров. В ней предустановлены 8 колыбельных мелодий, которые помогут обеспечить сладкий глубокий сон ребенку. Электрическая зубная щетка. Рабочая поверхность колеблется с частотой порядка 31 тысячи движений в минуту, что позволяет ей успешно избавлять ваши зубы от загрязнений. Оно и не мудрено, ведь этот гаджет имеет целых 4 режима работы, которые переключаются специальной кнопкой. Результат чистки зубов такой щеткой значительно превосходит то, чего можно добиться обычной щеткой. Очень удобным считаю встроенный в щетку таймер. Теперь вам не придется засекать необходимое на чистку зубов время, поскольку щетка автоматически отключается по прошествии нескольких минут. Также щетка может очень долгое время работать от одного заряда аккумулятора, а это значит, ее можно брать с собой в продолжительный поход. Максимальное время работы около 4 часов, что с учетом типичного времени чистки зубов позволит пользоваться этим гаджетом около 2 недель без подзарядки. Универсальный зарядник для батарей мобильников и не только. Я думаю, почти у каждого периодически возникает необходимость зарядки запасных аккумуляторов от телефона. Главное неудобство заключается в том, что такая зарядка происходит в том случае, когда аккумулятор находится внутри самого телефона, а это значит, надо его отключать, вынимать батарею и тому подобное. Для решения такой проблемы, а также для получения универсальной зарядки для любых литий-ионных аккумуляторов от фотоаппарата, автономного Wi-Fi роутера, видеорегистратора и прочее, я нашел такой девайс. Также зарядка оснащена стандартным USB разъемом. Может использоваться и для зарядки самих телефонов и других гаджетов при помощи соответствующих кабелей. Боковая панель сдвижная и подпружинена. При установке аккумулятора удерживает его в зарядке. Два контакта с автоматическим определением полярности вручную устанавливаются напротив контактов аккумулятора и также подпружинены. Установив аккумулятор и подключив контакты, включается LCD-экран и зеленая подсветка без подключения к сети. Экран показывает уровень заряда аккумулятора. Портативный волоконно-оптический кабельный тестер предназначен для проверки волокна, для непрерывной проверки оптических сетей. С его помощью можно найти точку остановки, слабое соединение, изгиб или трещину волоконно-оптического кабеля, неисправности в ОТДР мертвой зоне. Волоконно-оптический кабель тестер поможет протестировать каждый участок кабеля. Легкий, полностью алюминиевый анодированный корпус устойчив к воздействиям окружающей среды. Можно спокойно поместить это устройство в ящик с другими инструментами, не переживая за его сохранность. Лазерная головка с 2,5-мм универсальным разъемом. Для 1,25-мм волоконно-оптических разъемов ее отличает противоударные свойства и функции особой защиты от попадания пыли, а также индикатор батареек. Длительность работы батареи до 60 часов. Цифровой мини-паяльник. Этот паяльник с возможностью программирования очень удобный и легкий в использовании. В случае необходимости его можно перепрошить. У паяльника большая пластиковая ручка, на которой расположились две кнопки А и Б, которые управляют режимами, жидкокристаллическим дисплеем и винтом заземления. На паяльнике присутствует гнездо, подсменное жало. В комплект входит жало TS-BC2. Можно установить и другие TSK, TS-D24, TS-B2. С торца ручка оборудована разъемом DK5525 для подключения питания и портом microUSB. Благодаря встроенному акселерометру паяльник автоматически переключается с рабочего режима на режим ожидания и обратно. Относительно небольшой ветрогенератор на 400 Вт. Этот ветрогенератор можно бросить в багажник и взять с собой в путешествие. В горах или на море он незаменим. Установить этот ветрогенератор можно в самые короткие сроки. Он прекрасно подходит для дачи, на которой хозяева бывают нечасто. Он обеспечивает функционирование сигнализации, освещения, подзарядку для мобильных телефонов, ноутбука, плеера и остальных переносных устройств. Ветрогенератор отлично подходит для автономного обслуживания полевых насосов, автономных холодильных установок, ламп уличного освещения, камер слежения и других одиночных энергозависимых систем. Номинальная мощность 400 Вт, максимальная мощность 600 Вт. Стартовая скорость ветра 2,5 метра в секунду.
Два в одном светодиодные часы с фонариком являются хорошим инструментом для вашей повседневной жизни или во время путешествий. Вы не только можете использовать их, чтобы увидеть дату и время, а также можете использовать их для освещения пути в ночное время суток, во время ходьбы или езды на велосипеде. Более того, в аварийном случае вы можете подать сигнал SOS, чтобы обратиться за помощью. Часы имеют удобные зарядные USB-устройства для быстрой зарядки. GSM-розетка. Розетки для удаленного управления электроприборами позволяют по GSM-каналу с помощью звонков либо SMS-сообщений управлять подключенным к розеткам оборудованием. Могут использоваться на даче или в офисе, где есть необходимость включать или отключать устройство. Например, включать обогреватель на даче, пока вы туда едете, не присутствуя в это время рядом. Применяются для удаленного управления электроприборами на даче, коттедже, дома, в офисе и на производстве. С их помощью можно дистанционно включать, выключать или перезагрузить телекоммуникационные оборудования и сервисы, уличные и домашнее освещение, климатическую технику, водонагреватели, вентиляторы, обогреватели, нагреватели, различную бытовую технику, водяные насосы и так далее. Универсальный блок питания для ноутбуков с кучей переходников. Адаптер подходит к большинству моделей ноутбуков. В комплекте 12 видов переходников. Универсальное решение. Питание осуществляется и от электросети 220 вольт, и от бортовой сети автомобиля 12 вольт через гнездо прикуривателя. Умная схемотехника самостоятельно выбирает необходимые именно для подключенного ноутбука напряжение и ток. Цифровой дисплей с подсветкой показывает текущее напряжение, подаваемое к ноутбуку, и напряжение на выходе USB для зарядки гаджетов. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, содержащий ключевое слово из данного выпуска. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!